Конечно, живут люди, там есть пара станций, но никто из них не способен справиться с опытными бойцами нашей корпорации. Вам надо будет установить в XT-54 несколько спутников, расположив их в координатах, которые будут указаны дополнительно. Естественно, никто не должен догадываться о характере вашей миссии. Это все? Да, это все. После того, как сделаете работу, возвращайтесь сюда, и я передам всю информацию, которую вы ищете. Как-то слишком просто, и нам не придется разыскивать ваших людей, мстить, если они оказались убиты, совершать еще какие-то непонятные телодвижения. Искать никого не придется, хоть мы и скорбим о потере наших людей, из ведомостей на получение зарплаты они уже вычеркнуты. Мстить тоже никому не надо. Боюсь, вы сделаете это недостаточно тонко, так что только установка спутников, что скажете? Вроде задание несложное, мы согласны. Но на самом-то деле оно, конечно же, будет сложное, как всегда. Да, XT-54. Это довольно далеко лететь, а у меня нет времени, поэтому, пожалуй, я с вами попрощаюсь до следующей серии.